А у нас все, дожди идут. Уже третий день. Дождь, 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 дождь. Пойдемте посмотрим. Хочу показать вам боксы клетки, которые я сделал. Можно канарейки разводить. Можно диких лесных птиц. Пойдемте посмотрим. Клетки боксы уже готовы. Буду сегодня сажать птиц. Самый верхний буду сажать и в левую сторону, и в правую. Две пары птиц буду отсаживать. Кормушка, гнездовой домик, поилки, жердочки, минеральная подкормка. Все поставил. Размер боксов. Длина 1 метр. Высота 50 сантиметров. И ширина тоже 50 сантиметров. Если пополам перегородить, то будет длина 50 сантиметров. Если певчим птицам не понравится с канарейкой, здесь можно просто держать канареек. Подписывайтесь, друзья. Спасибо за просмотры, за комментарии. Кому понравилось, поставьте класс. Спасибо. Запустил я уже сюда птиц. В этой клетке сидит канарейка самка, цвет агат. И щегол самец. В другом отсеке пока перегорожен. Здесь самка канарейка желтого цвета и щегол самец. В третьем отсеке у меня сидит щегол и самка краснодеревая. В четвертом отсеке у меня сидит оранжевая самка. И пока я посадил сюда два щегла самца. Какой будет больше проявлять интерес, хочу посмотреть, того я и оставлю с этой самкой.
буду смотреть, наблюдать.